Всем привет, ребята, с вами BudLife. Сегодня у нас будет видео про проект Farcaster. А именно расскажу, что это вообще за проект, почему его нужно отрабатывать, почему от них будет возможный, скорее всего, ретро-дроп, а также как загнать сюда кучу-кучу аккаунтов. Все это в данном видео, поэтому присаживайтесь поудобнее, приятного всем просмотра. Ну а мы начинаем. Для начала давайте разберемся, что же это вообще такой за проект Farcaster. Farcaster — это крипто-твиттер, то есть соцсеть, которая собрала аж 180 миллионов баксов инвеста. Для крипто-проекта это прям мега много, тем более 150 миллионов они собрали вот буквально недавно, сегодня у нас 29-е, а собрали они 21 мая 2024 года. Вот я поэтому и думаю, что в принципе его еще делать не поздно, да, хотя сюда уже залетело куча людей, и после данного раунда инвестиций сюда зайдет еще больше людей, но при этом всем я все равно думаю, что начинать не поздно, потому что они только-только собрали деньги, я не думаю, что у них там выход будет там через месяц или через два. Вот поэтому, если вы только начинаете залетать сюда, как в принципе я, то я думаю, шанс получить деньги у нас все-таки есть. Почему же стоит отрабатывать данный проект, если не смотреть на его инвест? Хотя, в принципе, инвеста тоже достаточно. Первое, потому что мы прокачиваем свой аккаунт в крипто-соцсети, и потом этот аккаунт можно будет монетизировать, даже если самого дропа от проекта не будет. Ну, то же самое, что если бы у вас было много подписчиков в Twitter, вы там можете продавать рекламу, создавать свои проекты и так далее, то есть получать деньги даже, в принципе, и без дропа. А тут крипто-соцсеть, которая вот только-только развивается. Я думаю, что если они не загнутся, у них как бы есть перспектива, возможно, даже обогнать Twitter, потому что пока что все-таки Twitter это топ-1 именно крипто-соцсеть, которой пользуются 99% криптонов. Второе, это то, что за использование Farcaster очень многие проекты, щитки раздают как бы токены, мини-дропы, скажем так. То есть мы получаем дроп от проекта, при том, что это не основной дроп от проекта. Я надеюсь, правильно объяснил. То есть в том плане, что экосистемные проекты раздают дроп за активность в Farcaster. Например, там щиток Dagen, который, ну, один из первых дропов вроде бы, про него все говорят, то, что они раздали дроп на 8000 баксов. Просто за то, что вы там поставили, кажется, отправили сообщение в канал, одно сообщение, вам за это отправили 8000 баксов. Ну, конечно, на пике, но все равно, как вы видите, сумма, в принципе, очень неплохая. Вот, и третья причина, это, конечно же, возможный дроп от самого Farcaster. Да, хотя мне люди в комментариях уже много раз писали, вы в моем телеграм-канале, что, мол, а зачем Farcaster свой токен, почему ты вообще уверен, что будет какой-либо дроп, потому что у них же есть щиток Dagen, которым они там оплачивают какую-то активность, делают конкурсы и так далее. Но есть одно но. Щиток Dagen — это не официальный токен от Farcaster, это просто экосистемный проект. Это то же самое, что там, на эфире или вроде бы где есть Shiba Inu. Ну, при том, что Shiba Inu это же не токен как бы эфира, условно, это просто щиток в данной сети, и все, не более. Вот, поэтому как бы, хотя SEO тоже говорит, что мол, no token, у нас не будет токена и так далее, но как мы знаем, многие криптопроекты говорят, что у них не будет токена, а в конце концов выходит с токеном, с дропом, и как бы все, скажем так, счастливы. Как же создавать вообще аккаунт Farcaster, куда там что тыкать, как там вообще что происходит, и как это все дело мультить, и нужно ли вообще сюда загонять много аккаунтов. А, и также чуть не забыл упомянуть свой телеграм-канал, такая небольшая мини-рекламка. Если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что сейчас на меня уже подписано 22 292 подписчика. Спасибо всем большое, я всех очень люблю. Идем уже понемножку к 30 тысячам. Так вот, в телеграме, в своем телеграм-канале, мне намного легче публиковать информацию, как минимум из-за скорости. То есть намного легче и быстрее написать пост, чем снимать видео. И многие темки я даже вообще не показываю на ютубе, потому что они либо очень легкие, чтобы для них снимать гайды, либо мне долго как бы снимать видео, мне просто лень. Вот поэтому я про них пишу посты в телеграм-канале. Поэтому, если вы еще не подписаны, ссылочка будет в описании под видео. Ну а теперь уже давайте точно начинать. Итак, как же создать аккаунт в Farcaster? Во-первых, Farcaster это проект, который уже разрабатывает соцсеть Warpcast. Поэтому мы именно будем создавать аккаунт именно в Warpcaster, а не в самом Farcaster. Но для удобства мне просто слово Warpcast не так легко выговаривать, как Farcaster. Я буду называть соцсеть Warpcast Farcaster. Надеюсь, никого не обижу и как бы никого не введу в заблуждение. Итак, как же создать аккаунт в Farcaster? Для начала нам понадобится мобильный телефон, потому что с компьютера нам создать аккаунт будет невозможно. Ну, возможно, при этом поговорим немного позже, но это уже как бы немного другая тема. Вот, для начала, для первого аккаунта советую использовать мобильный телефон, я надеюсь, они у всех есть. Просто сканируем данный QR-код, все ссылочки будут в описании под видео, сканируем часы телефона обычного, как бы любой телефон подойдет. Скачиваете приложение, создаете там аккаунт, для этого понадобится Google почта, а также понадобится оплатить подписку. Здесь за создание аккаунта вы платите 5 баксов, которые нужно будет платить каждый год. То есть за год использования Farcaster вам придется платить 5 баксов за один аккаунт. Вот, и оплатить первый раз можно только с банковской карты. Вот, и при том, что я не знаю, в каких еще странах, но, например, в Украине я с банковской карты все отлично оплатил, поэтому у меня проблем не было. Но все-таки, конечно, удобнее оплачивать криптой, поэтому тоже чуть позже я расскажу, как же оплачивать криптой. Но для этого все равно придется иметь хотя бы один аккаунт, который вы оплатили картой, поэтому все равно платить с карты придется. Вот, у кого там карты бани, вы там не можете, не знаю, что-то думаете, онлайн-сервисы есть, вы в Телеграме просите у людей, то есть, я думаю, возможно обойти это все дело. Вот, когда вы первый аккаунт уже сделаете, будет все намного проще. После того, как вы себе создадите аккаунт
аккаунт вы Farcaster, вы просто идете на сайт Warpcast, сканируете QR-код с телефона, и у вас открывается ваш профиль уже в браузере, и, конечно же, с браузера намного удобнее работать. Итак, что же мы вообще видим по Warpcast? Также хочу сказать, что это не будет прям подробный гайд по самому Farcaster, то есть там чеки и кнопки тыкать, как там лучше писать посты, как набивать лучше аудиторию и так далее. Это видео будет больше про мультиакинг, как загнать сюда больше аккаунтов, потому что, если честно, я сам в Farcaster'е не прям, что сказать, что прям сильно разобрался, потому что я сюда сам день назад залетел. Вот, я, в принципе, понял, что как устроено, как его обузить и так далее, но не сказать, что я гуру Farcaster'а, я не буду себя так называть, поэтому, если вы хотите более в нем разобраться, там какие-то фишки понять и так далее, смотрите другие видео на YouTube, слава богу, их уже очень много наснимали, я думаю, вы не заблудитесь. Но давайте все же кратенько пробежимся, если вы не хотите смотреть уже видео, просто чтобы вы понимали, что это вообще такое. Ну, сразу видно, что это как бы крипто-твиттер, про то, что я говорил, то есть, мне он напоминает прям идеально твиттер, как будто я зашел в его какую-то более старую версию. Вообще, давайте пробежимся по кнопкам. Первая кнопка, я думаю, домой понятно, потом уведомления, потом как бы ваше сообщение в директе, потом поиск, потом инвайты, потом закладки, потом их внутренняя валюта Warps, про нее мы поговорим немного позже, и потом ваш профиль. Для начала давайте начнем с профиля. Вы переходите в ваш профиль, вот так он выглядит, тоже как в твиттере. Здесь вы можете его редактировать. Нажимаете как бы редактировать, добавляете себе аватарочку, добавляете юзернейм. Юзернейм вы можете либо сами написать, либо добавить ENS как бы домен, если он у вас куплен на кошельке. Кстати, чтобы вы видели, какие у вас вообще есть ENS-домены на кошельке, потому что кошелька для регистрации не нужно, вы должны данный кошелек подключить во вкладочке верификации адреса. Просто нажимаете верифицировать мой адрес, нажимаете сюда, подключаете либо эфириум кошелек, либо Solana, я подключил эфириум, нажимаете как бы подписать, подписываете, и все, у вас кошелек привязывается к вашему профилю. Для чего это нужно? Для того, чтобы потом сюда падали какие-либо дропы щитков, если они, конечно, будут, чтобы на данный кошелек упал дроп от самого Farcaster'а, надеюсь, он тоже будет, и для того, чтобы ваши NFT-шки, которые у вас есть на кошельке, они отображались в Farcaster'е, и вы их могли себе ставить, например, на аватарку. Вот, но я этого не вижу, потому что это вроде бы функция доступна только с телефона, если я не ошибаюсь. Вот, в принципе, все, с профилем мы разобрались, вы его минимально оформили, добавили свой адрес, что же делать вообще дальше? Ну, опять же, поскольку это соцсеть, вам нужно ее прокачивать. Я сразу говорю, что данный проект все-таки я советую отрабатывать именно на качество. То есть лучше сделать один аккаунт, либо там максимум 2-3 аккаунта, но качественно, чем загнать сюда сотню пустышек, потому что здесь есть искусственный интеллект, который как бы может кинуть вас в теневой бан. А что такое теневой бан? Это то, что значит, что ваши посты не будут показываться, ну, точнее, не будут рекламироваться другим пользователям. Ну, то, что считаю, что все, вас забанили, и как бы смысла от вашего аккаунта уже нету. Вот, поэтому здесь нужно быть максимально аккуратным. Я знаю, что уже созданы миллионы чатов, там взаимная подписка в Farcaster, я не советую это делать. Вот, потому что, опять же, за такую фигню, тот же Twitter тоже любил банить, и мне кажется, что Farcaster тоже будет за такую фигню банить, либо кидать в теневой аккаунт. Поэтому взаимными чатами либо пользуйтесь очень аккуратно, либо не пользуйтесь вообще. То есть аудиторию лучше набирать, сейчас расскажу как. Вот, смотрите, здесь еще есть такая фигня, как каналы. Вообще каналы здесь... Вы можете создать тоже свой канал, но это не как в Телеграме, то, что вы как бы создали канал, вы пишете посты, аудитория ее читает. Нет. Здесь каналы, они выглядят как публичные чаты, в которых может писать каждый, либо бесплатно, либо за определенную плату, которую выставляет сам владелец канала. Вот, например, у нас есть канал Алео. Здесь мы можем писать бесплатно абсолютно, то есть я тоже сам сюда написал, типа вот кинул скрин, что я амбассадор, и есть ли тут еще амбассадоры. Вот, как бы это мне стоило ничего. Но, например, есть канал, например, Base. Так, нажмем каст, написать, попробуем что-то написать. Так, секундочку. А, нет, я могу здесь тоже написать. Тоже бесплатно. Так, закрыть. Давайте поищем канал. А я вообще найду какой-нибудь платный канал? Или нет? Нет. Ну, в общем, вы когда напишите сюда что-то и нажмете каст, типа опубликовать, у вас напишет, что вол, с вас пишется там сколько-то варпсов. Варпсы — это вообще, как бы, как я уже говорил, внутренняя валюта. Она используется для поощрения юзеров, а также как бы для оплаты вот таких вот функций, как, например, отправка сообщений в некоторые каналы. Так вот, создание канала стоит 2400 варпсов. Кстати, 100 варпсов — это 1 доллар, то есть 24 доллара в год. Создавать свой канал или нет, в принципе, я не знаю, тут уже думайте сами. Я на main, свой как бы основной аккаунт, создам как бы канал и все. И создам канал вообще на любую тему, потому что сейчас я расскажу, как с помощью канала можно фармить себе немного актива. Вот вообще не только своего, а и с помощью чужих каналов. Вот, я не думаю, что канал — это будет прям какое-нибудь уникальное обязательное условие для получения дропа от того же Farcaster'а. Лучше просто быть активным, прокачивать свой личный профиль, а не канал. И как бы я думаю, что если будет дроп, вы, скорее всего, его получите. Так вот, как же можно формить себе аудиторию через каналы? Можно создать каналы на абсолютно любую тему. Например, вот есть, например, канал на тему фитнеса. Здесь каждый там скидывает свои видосы и видит, сколько видос набирают. Видосы там как фитнес, что-то типша вумен как-то там работает. 288 лайков. Также я уверен, что с видоса к ней пришли подписки. То есть, ну у нее и так может быть много фолловеров, но все же так, вот еще какой-то типок в зале, 120 лайков.
потом еще кто-то сфоткался, 150 лайков. То есть вы, если занимаетесь, например, спортом, можете просто вместо там Твиттера, либо вместо истории в Инстаграм закидывать, ну или параллельно закидывать сюда видосы, собирать лайки, собирать аудиторию. Таким образом вы будете себе фармить как бы свой основной аккаунт. Вот и все. То есть здесь даже не нужно, нет, вы как бы можете просто писать посты просто себе в ленту, но так больше шансов, что их кто-то заметит, увидит, поставит лайк и подпишется. Здесь есть каналы вообще на любые темы. Вот, например, вы там хотите на тему еды. Пишите «еда», находите канал, 70 тысяч подписчиков, например, в теме «еда». Так, секунду, подписаться. И мы видим, кто-то закинул, как он хавает мяско, 900 лайков. Кто-то закинул, пьет винишко, 450 лайков, 399 лайков, там, 268 лайков и так далее. То есть вот так просто формируются здесь подписчики. И учитывая то, что Farcaster — это относительно непопулярная соцсеть, но вообще если не в крипте, то она вообще не популярная. Если не ошибаюсь, здесь 500 тысяч юзеров, хотя, возможно, ошибаюсь, но вроде бы такие цифры примерные. Так вот, вы можете сами найти какую-то тему, не зашиленную. Например, вот тема автомобилей, авто или кары, у меня с английским такси. Вот, например, она не особо зашиленная. То есть, например, здесь на подписчиков 86 подписчиков. Здесь подписчиков, там, 1400. То есть, вообще немного. Можете создать свой канал, его раскручивать как-то, публиковать туда прикольные какие-то вот такие вот твиты, фотки. На ваш канал будут подписываться люди для того, чтобы туда что-то публиковать. А вы потом можете, например, поставить себе плату за отправку сообщений и как бы фармить еще с этого деньги. Ну, лучше просто на бесплатной основе и просто фармить себе подписчиков, лайки и так далее. То есть, создавать активность для дропа. Фух, вот в принципе и все, про канал я рассказал, про профиль рассказал, про варпсы я сейчас тоже буду немного позже рассказывать. Вот, активничайте, пишите вообще посты, как вообще писать посты, идете на свой профиль, нажимаете каст и просто пишите там, я не знаю, вот ГН, я уже, например, иду спать, условно. Каст, все, мой как бы твит отправился, ну точнее твит, если вы в твиттере, ваши посты называются твиты, то в варпсе ваши посты будут называться как? Варпы. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. Все, вы так публикуете, добавляете себе фотки и как бы вот. Опять же, функции в Farcaster намного больше, чем те, что я вам показал. Есть и какие-то значки прикольные, и какие-то еще кнопки непонятные, вот, например, что-то вы можете сюда подобавлять. Вот, поэтому лучше это как бы смотрите на других видосах. Я сейчас буду делать упор именно на мультиакинг, которым мы сейчас давайте уже перейдем. Но для начала хотел бы вам еще напомнить про две вещи. Первое, это то, что если вы сюда уже планируете что-то писать, активничать, набивать себе как бы подписчиков, делайте это все на английском языке, потому что я думаю, что вы сами понимаете, что русский, вообще, либо украинский, либо вообще любой другой язык, ну, окей, еще китайский подойдет, вот, они не особо популярны в криптовалюте, вот, их не особо, скажем так, ценят в криптовалюте, поэтому, если вы уже, как бы, собираетесь что-то прокачивать, пишите на английском, если у вас с английским тоже плохо, как, например, у меня, можете использовать переводчик, например, DeepL, очень хороший, очень удобный, намного лучше, чем Google переводчик, ссылочка тоже будет в описании, просто пишите, оно вам переводит на английский, и это намного лучше выглядит, чем если бы вы переводили через тот же Google переводчик. Вот, это первое, а второе, это то, что вы можете фармить токены еще от одного проекта, просто активничайте в Farcaster. Он называется Iris Tax, ссылочка тоже будет в описании. Просто идете сюда, подключаете свою почту, на которую у вас создан как бы данный Farcast, и также подключаете кошелек. За это вот здесь есть такая, видите, программка Note Token. Это фарм их токена, насколько я понял. Вот, возможно, он ничего не будет стоить, возможно, он будет стоить копейки, но вам для этого ничего не нужно делать. То есть вы просто сюда как бы авторизируетесь с помощью вашего аккаунта Farcaster, и за то, что вы себе создаете актив в Farcaster, вы параллельно будете фармить дроп от данного проекта. Вот, например, давайте посмотрим, сколько я уже зафармил данных токенов, потому что я только вчера присоединился. Профиль, здесь ищем. Так, OneLife.ua. И я заработал аж, так, давай грузись, 0.08 токена. Та-да, надеюсь, мне хотя бы на пиццу капнет. Вот здесь написано, за какой пост вы сколько токенов получите. Я, например, за первый свой пост ГМ получил 0.07 токена. Надеюсь, потом мне будет капать больше. А то там люди какие-то бешеные цифры заработали. Я на их фоне вообще прям максимальный бомж. Теперь давайте уже точно перейдем к тому, как же загонять в данный проект много-много аккаунтов. Вообще, есть три варианта будет Farcaster. Ну, возможно, и больше, но я лично для себя увидел три. Это первое, это иметь кучу телефонов для регистрации данных аккаунтов. Второе, это пользоваться эмулятором. Это то, что как бы создает условный телефон мобильный на вашем компьютере. И третье, это использовать G-Larg. Что такое G-Larg, сейчас буду рассказывать и объяснять. Вот, какой способ выбирать вам, в принципе, решайте сами. Я же буду показывать последний, он самый удобный, самый лучший. Сейчас я буду про него говорить. Итак, что же такое G-Larg? G-Larg — это что-то типа антидетектора, только уже для телефонов. Антидетектор — это вообще такая вещь, которая меняет ваши данные каждого аккаунта. То есть ваш каждый новый аккаунт имеет полностью уникальную информацию про себя, потому что, если вы не знали, сайты про вас собирают информацию не только айпишников, то есть прокси, но и также, например, какая у вас стоит винда,
какой у вас используется браузер, там, и так далее, далее, далее. То есть данных очень много. То есть, если вы просто будете менять себе прокси и думаете, что вы самые умные, вас очень легко спалить. Ну, считать, что один компьютер с определенными одними характеристиками, он будет появляться с разными проксями в разных точках мира, это много-много-много раз. Я думаю, это как бы палится. Вот, а как бы антидетекторы, они позволяют решить данную проблему, что у вас как будто каждый профиль — это уникальный компьютер со своим айпишником, и как бы такое спалить уже достаточно сложно, тем более, если использовать хорошие прокси. Итак, так вот, Jalogic — это антидетект только уже для симуляции телефона, точно так же, который подменивает вашу информацию про ваше железо, то есть про ваш телефон, а также сюда можно добавить прокси и изменить себе айпишник. Если вы как бы вы внимательно смотрите, то Jalogic прям один в один напоминает антидетект ADS Parler. Это вообще лучший антидетект в криптовалюте, которым я уже пользуюсь довольно давно, и с ним вообще проблем не было. Ссылочка на скачивание будет в описании под видео. Так вот, и как бы да, потому что я общался с членом команды ADS Parler, и они сказали, что это их продукт. Но потом я общался с другим членом команды тоже ADS Parler, и они сказали, что это не их продукт. И как бы кому верить, я не знаю, но при этом Jalogic и ADS Parler — это копия один одного, просто один в один. Поэтому 90%, что это их продукт. Почему там один член команды говорит, что это не их продукт, я не знаю. Либо он меня неправильно понял, либо что-то я не знаю, в чем дело. Вот, но не суть, как бы продукт уже рабочий, им уже можно пользоваться. Ссылочку на скачивание Jalogic я оставлю тоже в описании под видео, а также по промокоду BANLIFE вы получите 20% скидку на покупку тарифа. Так, после того, как вы себе скачаете данную программку, создаете аккаунт, для этого вам понадобится просто почта, подтвердили почту, и все, у вас аккаунт есть. Вам нужно купить две вещи. Первое — это купить тариф. Тарифы здесь есть двух типов, я почему-то не могу найти, где их вообще посмотреть, но я купил себе просто Base подписка, и там какая-то еще продвинутая подписка, они не особо сильно отличаются, то есть там просто больше профилей возможных, поэтому если вы хотите больше профилей, покупайте себе уже продвинутую подписку. Если хотите меньше, ну то есть вам хватит 5 профилей, а для фаркастера вам с головой хватит 5 профилей, если у вас еще нету как бы работника, который будет активничать на аккаунтах за вас. И вообще я советую фаркастеру загонять максимум 3 аккаунта, это потом, если у вас довольно-таки много активного времени, потому что просто загнать аккаунты, там, как это обычно в проектах, знаете, там набили транзакции, контракты, активные дни, в принципе все, можно загнать там даже 100-200 аккаунтов руками, и это в принципе будет сложно, но не настолько сложно и возможно. То фаркастеры вести 3 аккаунта активно, уникально, чтобы там не был пост один в один, это довольно-таки тяжело. Вот поэтому, опять же, не спешите загонять сюда много аккаунтов, потому что вы подумаете, ага, мол, за один аккаунт за год я трачу только 5 баксов, а потенциал там получить 500, там 1000 баксов, то нет, это не совсем так работает. Лучше сделать 1-2 аккаунта, но качественных, чем там 100 аккаунтов некачественных, которые вам половину забанят за как бы мультиакинг, скорее всего, потому что вы будете делать одни и те же действия, а вторую половину кинут просто теневой бан, и как бы смысла от аккаунтов тоже не будет. Поэтому говорю, не спешите, лучше сначала сделайте 1-2 аккаунта, а потом уже, если вдруг, можете добавлять еще. Вот, но опять же, про буст я обещал рассказать, поэтому и рассказываю. Вот, вы покупаете себе подписку, она стоит 5 баксов в месяц, ну, бейс подписка. Вы ее покупаете, оплатить можно, кстати, либо криптовалютой, либо карточкой. Я оплачивал криптовалютой, все пришло за 2 минуты. После этого вам нужно взять себе устройство. Идете во вкладочку устройства, нажимаете добавить новое устройство, ценообразование пока что как бы только один вариант, каждые 15 минут, что это вообще такое? Вы за устройство само не платите, но вам нужно закинуть деньги сюда вообще на баланс, тоже можно платить криптовалютой, потому что за использование данного приложения, данного телефона, например, вот премиум версии, с вас каждые 15 минут использования, то есть если у вас профиль с данным телефоном открыт, будет сниматься 8 центов, то есть сидите 15 минут, сняли 8 центов, сидите полчаса, сняли там сколько, 16 центов и так далее. На самом деле это очень прикольное решение, потому что, например, сейчас нам нужны данные профиля для того, чтобы просто создать аккаунт, и все, мы потом на них даже не будем заходить, поэтому мы там потратим 5-10 минут на один профиль и считайте, что по деньгам у нас ничего не уйдет. Вот нажимаем добавить сейчас, так, премиум, все, и как бы у меня добавилось наше устройство. После этого мы идем во вкладочку профили, нажимаем новый профиль, ставим имя, вообще не важно какое, например, у меня там 2, потому что единички уже есть. Группа — это тоже не важно, теги — это чисто для вашего удобства, тоже можно в принципе не трогать, примечание тоже не нужно, вариант добавления проксей. Прокси я советую добавлять, если у вас как бы 1-2 аккаунта, ну еще окей, можно обойтись без проксей. Если 2 и выше, вообще в идеале на каждый аккаунт один прокси, то есть один к одному. Кто-то использует там в разных проектах на 3 аккаунта один прокси, я же советую использовать один к одному. Вот, обязательно тип прокси выбирайте SOX 5, это самый лучший тип в плане безопасности, скорости, вообще удобства. Вот, и что такое вообще прокси, так давайте я их сразу сейчас куплю. Возьмем, например, нет, давайте Польшу. Так. Польшу одну штучку на 30 дней, я платить с баланса. Так, вот мы берем наш айпишник, идем сюда, вставляем IP, потом мы идем наш SOX 5 порт, вот он второй, вставляем сюда. Идем логин, копируем и вставляем наш пароль, он подскрепился, да? Нажимаем проверить прокси, мы проверяем наши прокси. Сейчас, если выбить не ту страну, это, конечно, будет весело. А, ну да, страна у нас вообще что-то не Польша. Да, это, конечно, косяк
прокси-лайны, вообще большинства прокси-сервисов, то, что ты берешь Польшу, они тебе дают вообще другую страну. Поэтому вот есть такая фигня, заменять прокси у поддержки, мне же сейчас это лень делать, поэтому я, в принципе, ставлю данную страну, мне как бы пофиг. Вот, не принципиально. Но если как бы вам принципиально, то пишите поддержку, задалбывайте их и говорите, поменяйте мне прокси, и 90%, что прокси сменят на нормальные. Вот, потом здесь мы тоже ничего не меняем, и местоположение нажимаете просто автоподбор, сейчас оно вам выгрузит справа вашу информацию про ваш телефон. Номер телефона, это как бы он как будто бы есть, но он не рабочий, вы им пользоваться, к сожалению, не сможете. Статус сим-карты, я вообще не разобрался, для чего оно нужно, тоже включено. Имей, там какой-то версия системы, MAC-адрес Wi-Fi, MAC-адрес телефона, адрес Bluetooth. Это вот эти вот данные, которые будут парсить как бы сайты и будут думать, что вы сидите с разных телефонов. Ну, точнее, не вы, а вообще разные люди сидят с разных телефонов. После создания аккаунта нажимаете просто ОК. Он создается, конечно, все равно G-Lagic по сравнению с RDS-кой подлагивает. Я думаю, что это потому, что это еще бета-версия. Она только вот буквально недавно запустилась. И я надеюсь, что потом он будет работать намного быстрее. Нажимаем «Запустить». После того, как вы создали себе профиль. Опять же, первый запуск данного профиля, он будет довольно долго, потому что они все настраивают, туда все заходит. Возможно, оно займет пару минут. Пока оно загружается, я сейчас расскажу, как обойти оплату с карты. Для этого вам понадобится купить варпсы от Farcaster. Так, идем на Farcaster. Так, идем сюда, выбираем количество, которое вы хотите купить. Вам за каждый инвайт, как бы за каждый аккаунт вам придется заплатить 400 варпсов. Это плюс-минус, выходит даже $4, хотя подписка стоит $5, это я не понял. Это либо я ошибся с ценой, либо вы реально как бы экономите еще и на подписке $1. Вот, после того, как вы их себе купили, как их вообще купить, нажимаете на данную кнопку, вам на почту приходит смс про то, что вы хотите купить, выбираете там количество и оплачиваете, например, в сети эфиром, в сети Base, комиссия минимальная, и как бы все отлично моментально приходит. После того, как вы их себе купили, вы идете в вкладочку «Инвайты», и как бы здесь вообще есть ваши инвайты, вы можете просто скопировать ссылку, это будет ваша реферальная ссылочка, как вы видите. Но для того, чтобы обойти оплату с карты, нам нужно взять оплаченный инвайт. Для этого вы берете... выбрать оплаченный инвайт, заплатить 400 варпсов и отправить как бы нашу ссылку куда. Я, например, выберу просто скопировать для начала, и потом мы еще ее отправим по почте. По какой почте, сейчас объясню. Давайте посмотрим, что у нас там профиль. Для того, чтобы сразу установить приложение, мы идем в вкладочку, то есть для того, чтобы на каждом профиле не скачивать приложение из Play Market, потому что не забывайте, что вот это у нас эмуляция уже Android, вот именно не iPhone, а Android. Мы идем в вкладочку приложения и сюда нажимаем загрузить приложение. Нужно вам загрузить APK-файл. APK-файлы, те, кто на Android, я думаю, понимают, что это вообще такое. То есть вы на компьютере, например, ищете в поиске там Warpcast, скачать APK-файл, скачиваете на сайте, у вас скачивается файлик, загружаете его сюда, и все как бы у вас сразу устанавливается данный Warpcast. Кстати, TikTok здесь идет автоматически, его удалить нельзя. Так, наш телефон загрузился, его можно сделать, кажется, больше-меньше, да? Так, секундочку. Опа. Ну, в общем, кажется, можно растянуть, я как-то растягивал, но сейчас у меня это не особо получается. О, вот. Так побольше, так получше. Это обычный телефон. Управляется, считайте, что мышка — это ваш палец. Для начала вам нужно сюда добавить ваш Google аккаунт. Идете в Play Store, потому что вам придется скачивать Warpcast. Все равно приложение. Да, он, конечно, тоже лагает, но поверьте, он лагает меньше, чем эмулятор. И опять же, когда данный G-Lagic выйдет из бета-версии, то есть он начнет нормально работать, он будет работать намного быстрее. Так, для начала вам понадобятся Google аккаунты. Да, для буза Warpcast вам понадобятся Google аккаунты, где их брать, либо покупайте, либо регайте сами. Я же просто покупаю сим-карты физически в магазине, потом на них их активирую и на них уже создаю Google почты. Это самый безопасный вариант, потому что, если что, их можно восстановить. Вот, и в принципе, если у вас большая ферма, тоже советую делать так. А в принципе, у каждого, наверное, есть две симки, которыми он пользуется, и на две симки можно там сделать 3-4 почты, Google почты, которые вообще никогда не будут отлетать, поэтому для 3-4 аккаунтов вам хватит. Итак, наша почта добавилась в Google Play, теперь нам нужно скачать Warpcast, установить. Warpcast мы скачали и установили, теперь мы Play Market закрываем, Google Play, идем в наш браузер, изначально основной аккаунт, копируем нашу реферальную ссылку с оплаченным инвайтом, идем сюда, заходим в Chrome. Можно как бы отправить на почту, там уже открыть, но можно сделать и так. Тыкаем на поиск, просто вставляем нашу ссылочку и нажимаем Enter. В данном поле мы вводим нашу почту, на которой мы будем создавать аккаунт, и нажимаем Claim. Это мы клеймим бесплатную подписку на Warpcast на 1 год. Теперь оно говорит, мол, скачайте как бы данное приложение, при том, что мы его уже скачали. Просто переходим и открываем. Нажимаем создать аккаунт. Оно генерирует кошелек, копируем себе сид-фразу от кошелька и куда-то сохраняем обязательно, ее желательно никому не показывать. Так, я сохранил свою сид-фразу, потом вводим наш email, нажимаем продолжить.
оно говорит, пройдите верификацию. Верификацию можно, в принципе, либо открыть почту здесь же, либо открыть просто почту у себя на компьютере. И все. Теперь переводим так ссылочку «Создать аккаунт». Теперь вводим наш никнейм. Теперь выбираем наши интересы. Например, нам интересен эфир, там, программки, мемесы, фильмы, книги. Да, в принципе, все интересно. Так. И здесь только фитнес. Ну, еду я тоже люблю. Путешествия я тоже люблю, но в Украине это сейчас не очень актуально. Так. Теперь вводим наше имя. Рассказываем что-то про себя. Описываем свой профиль. I love crypto. И теперь нужно добавить свое фото. Кстати, прикол, без добавления своего фото оно не даст создать аккаунт. Это, конечно, немного тупость. Мы идем просто в браузер. Здесь пишем... Что-либо пишем. Просто, например, крипто. Открывается картинка. Берем любую картинку абсолютно. Теперь зажимаем мышку, нажимаем скачать данную картинку. Она у нас скачивается. Так вот, прошла загрузка, все загрузилось. Идем нажат в Warpcast, тыкаем загрузить фото. Здесь слева нажимаем на сохраненное, загруженное, точнее, выбираем данное фото и нажимаем продолжить. Все, мы создали еще один уникальный аккаунт с уникального устройства, с уникального айпишника, и как бы даже без оплаты карты. Что же теперь делать? Для того, чтобы вообще им пользоваться, я думаю, что вам не будет особо приятно пользоваться с лагающего телефона, поэтому будет все-таки удобнее перенести его в ADS-ку. Ну, либо просто можно в Chrome, просто левый профиль Chrome, но опять же, тогда будет меньше анонимности, вас, в принципе, смогут спалить. Поэтому мы открываем ADS Power, наш любимый антидетект. Такс. Теперь открываем, как бы создаем новые профили, я тоже не буду показывать, потому что, надеюсь, вы все ADS-кой пользовались. Профиль у нас открылся, теперь очень важна еще такая фигня, чтобы у вас прокси в данном профиле в ADS-ке, они совпадали с проксями в Gelarik'е. Ну, чтобы как бы не было так, что вы создали аккаунт с телефона, потом перенесли с телефона как бы на компьютер, и хоп, у вас как бы айпишник сменился, вы были в Польше, а потом стали там в Германии условно. Я думаю, такие аномальные переезды Warpcast не особо одобрит, и можно вам даже за это кинуть теневой бан, ну, в принципе, возможно. Поэтому прокси, чтобы у вас было одно и на профиле, и как бы здесь на телефоне. После того, как вы открыли профиль в ADS-ке, вы заходите здесь на Warpcast, и здесь вам нужно, как бы, вот видите, зайти с помощью телефона. Здесь вам нужно отсканировать данный QR-код с телефона, но поскольку у нас телефон как бы веб, и отсканировать с данного QR-кода у нас телефона не выйдет, нам понадобится расшифрователь QR-кодов. Так, расшифрователь. Ой, я надеюсь, я правильно написал. QR-кодов. Вот какой-то сайт. Открываем, надеюсь, подойдет. Да, конечно, на польском. А, или на русском, не, на русском, слава богу, все окей. Так, мы идем, делаем скрин нашего QR-кода. Его мы копируем, потом себе его сохраняем на компьютер. Так, давайте его сохраним, а не скопируем все-таки. Сохраните рабочий стол. Сохранили, теперь идем сюда, выбираем файл, закидываем наш QR-код, нажимаем загрузить, выделяем здесь наш QR-код, чтобы его было полностью видно. Готово. Вот мы получили нашу ссылку. Ее мы копируем, идем потом в наш профиль уже телефона в Gelarik'е, открываем здесь просто браузер Chrome, вставляем сюда нашу ссылку, нажимаем поиск, оно говорит, можно ли перейти в Warpcast, конечно же можно, continue, и потом подтверждаем, что да, это как бы мы зашли с нашего телефона, да, это я, проводим пальчиком. Все, теперь у нас хопа, и мы, как бы наш профиль Warpcast'а отобразился в нашем браузере. И, конечно, он намного удобнее, ничего не лагает, и, наконец-то, можно данный глючный телефон закрыть, да, закрыть, ну, не удалить, но просто закрыть и забыть, как страшный сон, потому что работать с телефона, это, конечно, не самая веселая затея. А, и также, если вы себе покупаете данный инвайт, вам на, как бы, ваш аккаунт приходит 50 варпсов, а также на ваш основной аккаунт, с которого вы приглашали данного человека, тоже придет 50 варпсов, то есть считайте, что вы заработали еще и 1 доллар. Вот, ну, можно так сказать. И вот данные варпсы можно там отправить, ну, точнее, потратить на отправку сообщений в различных каналах, например. Вот, в принципе, все. Таким способом вы можете создать себе хоть 100 профилей данного фаркастера, но, опять же, я думаю, что это не нужно. Лучше сделайте качественное, там 2-3 профиля, чем миллион некачественных, ненужных профилей. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, кому-то помог разобраться с тем, как обузить Warpcast. Вот. И всем удачи, всем профита. Не забывайте подписываться также на мой телеграм-канал. Все ссылочки будут в описании под видео. Всем еще раз удачи и всем пока.